Ты меня видишь? Домовой или что-то иное. В этом мне так и не удалось разобраться, но вернувшись сюда, в этот раз, я все понял. Эта сущность передвигала шкафы, издавала разные звуки, сажала оборудование, которое было полностью подготовлено к съемкам, просто в ноль. Теперь же я поставил точку в этом деле, и в этом видео вы увидите, что же в действительности было в этом доме. Сейчас я нахожусь в одном из бункеров. Я не знаю, выйдет ли это видео на канале или нет. Посмотрим. Сейчас мы будем здесь проводить эксперименты. Ну а пока наслаждайтесь, приятного просмотра. То, что мне удалось выяснить в доме, в котором, как по словам очевидцев, говорили, находится домовой. Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Зная, что сегодня я покончу с этой локацией, а именно... Надеюсь пообщаться здесь с той сущностью, которая выходила на контакт в прошлом видео, когда я здесь находился. Возможно, что мне придется принять крайние меры против того, что находится в этом доме. Не уверен, как это для сущности, поможет ли ей это, либо разозлит ее сильнее. Сейчас мы с вами это узнаем. Как подозреваю, что дух здесь не один... Много комментариев было, что здесь не домовой, а все-таки что-то еще. Я думаю, сегодня мы сразу же приступим к сеансу ЭГФ. Смысла ждать нету, раз мы уже знаем, что сущность присутствует в этом доме. Сейчас мы займемся этим. Я привез только ЭГФ. Только взял свечи, ничего лишнего сегодня не брал. Взял всего лишь две камеры, и мы... Сегодня только лишь попробуем связаться и понять, в чем же здесь дело. В доме полная тишина, никаких признаков присутствия пока что я не заметил. Вот. Холодно, это само собой, так что я думаю, что сейчас самое время начать. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Есть кто-нибудь есть? Я здесь. Как твое имя? Как твое имя? Федор. Ты меня видишь? Да. Ты меня видишь? Все, все, я вижу, что ты здесь. Ты меня видишь? Да. Ты меня видишь?
Все, я вижу, что ты здесь. Друзья, включи диктофон, хочу записать это еще и на диктофон. Ты здесь давно находишься? Ты находишься здесь давно? Уже давно. Помоги. Чем я могу тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Меня держат. Кто тебя держит? Кто тебя держит? Че, ЦГФ у нас вообще беда, ребята. Кто тебя держит? Она здесь жила. Не отпускает. Как тебе помочь? Как тебе помочь? Огонь. Что мне сделать? Что мне сделать? Найди вещь. Кухня. Найди. Так. Кухня. Пойдемте на кухню. Так, он указал нам на кухню. Так, а что может? Что мне искать на кухне? Ничего здесь такого я не наблюдаю. Так, он сказал, кухня, огонь найди. Огонь от спички, наверное, что-то связано. Найти вещи. Ты можешь указать здесь на то, что мне нужно искать? Если можешь, то укажи. Покажи мне, куда мне двигаться. Шевельнулась, как будто бы я в другую сторону смотрел. Опа.
Это похоже... Я не знаю, что это такое, но... Секунду. Опа, свечи как сразу. Это то, что мне нужно было найти. Да. Мне нужно сжечь эту вещь. Какой? Камеру уронил. Я отпускаю тебя из этого дома. Ты можешь быть свободен. Фу, какой. Можешь быть свободен. Да уж, друзья, с такими еще не стал. Камера уронила. Фу, воняет. Так. Пусть этот леет. А мы сейчас попробуем еще раз связаться. Освободил ли я его или нет? Ты еще здесь? Ты еще в этом доме? Если ты здесь, ответь мне. Ну что, друзья, я сейчас побуду здесь еще совсем немного. А, вроде бы
Я не ожидал, что вообще все так вот сложится, как сегодня. И вижу такое впервые, чтобы мы помогли кому-то освободиться. Свечи ведут себя странно. А вот эта вещица очень сильно тлеет, и здесь очень трудно дышать. Я сейчас здесь побуду, еще раз попробую провести сеанс ЭГФ. Но, как мне кажется, у нас все получилось. Первый раз мы с вами вот в таком вот положении оказались, что я удивлен. Смотрите на. Ты здесь? Здесь посмотрим, что там шумело. Стол перевернулся. Я думаю, сейчас подсоберу вещи и останусь здесь еще на какое-то время. Посмотрим, что изменится. Ну что, друзья, вот и закончил я с этим домом. Я побыл там еще около часа. Никто по ЭГФ не выходил на связь. Также никаких проявлений паранормального не было. Я думаю, я поставил точку на этой локации, и мы освободили эту неупокоенную душу. Кто его здесь заточил, я точно не знаю. Он говорил, что она, то есть женщина какая-то, возможно. Но теперь он может спокойно покинуть это место. Я думаю, мы справились с этой задачей с вами. А точнее, справился я. Ну что, друзья, всего доброго. До скорых встреч. Я отправляюсь домой. С этой локацией у нас покончено. И надеюсь, что нам сюда больше никогда не придется вернуться.